Сегодня в предвыборной гонке участвуют 184 кандидата и 9 партий и избирательных объединений. Для каждого участника закон предусматривает предоставление для агитации бесплатной газетной площади и бесплатного эфирного времени. Очередность выступлений в эфире и место размещения в газетах определяется жеребьевкой. Перед ее проведением с кандидатами пообщались представители регионального избиркома и территориальной избирательной комиссии. Три СМИ у нас предоставляют бесплатные возможности ведения предвыборной агитации. Соответственно, она начинается с понедельника на канале Одинцовского телевидения, со следующего. И, собственно говоря, вот сейчас начинается активная фаза предвыборной агитации именно. Участники жеребьевки выбирали карточки как билеты на экзамене. Полученное эфирное время и место на газетной полосе регистрировалось и затем было сведено в итоговый протокол. Не все кандидаты пришли на жеребьевку. За тех, кто отсутствовал, карточки тянули представители территориальной избирательной комиссии. Таким образом, было обеспечено полное равенство всех партий и кандидатов. На сегодняшний день у нас нет ни одного обращения кандидатов или партий о каких-либо нарушениях. Был один случай обжалования в суд решения об отказе в регистрации одного кандидата. Суд подтвердил законность решения избирательной комиссии. 21 апреля, в день выборов, на территории округа откроется в общей сложности 230 избирательных участков.